Пока вы посмотрите следующий сюжет, в Братске на новом оборудовании выпустят 800 метров картона. Для этого одно из крупных предприятий города модернизировало производство. Подробнее расскажет Роман Оленюк. Эта установка выпускает 830 тонн картона в сутки. Программа модернизации картонного потока в Братске – один из крупнейших инвестиционных проектов группы «Элим». Апгрейд коснулся всей технологической цепочки – от варки целлюлозы до поступления продукции на склад. Машина кардинально изменилась. В ней применены все новые технологии, которые сейчас используются для строительства новых БДМ и КДМ. Данная модернизация позволила нам увеличить производительность на 100 тысяч тонн по году. Наши сотрудники готовы работать на новом оборудовании и прилагают для этого все свои усилия. Годовой объем производства картона вырастет до 300 тысяч тонн. Автоматизация теперь на всех этапах. От подготовки древесины до отправки готовой продукции на склад. Модернизируя производство, параллельно переобучают персонал, которому предстоит работать на новом оборудовании и обслуживать его. Внимание уделили и экологии. В реализации проекта мы применили лучшие мировые практики. Все установленное оборудование соответствует наилучшим доступным технологиям. Благодаря автоматизации и онлайн-мониторингу производственных процессов мы можем гарантировать безопасность производства для окружающей среды. Кроме того, на улучшение состояния окружающей среды в Братске крупные промышленники направят более 15 миллиардов рублей по новой муниципальной программе. Из них больше половины инвестируют «Элим». Роман Оленюк, Вести, Иркутск.